Юные жители поселка Горки-Ленинский просто обожают танцевать, поэтому именно для них сотрудники досугового центра «Юность» организовывают настоящий праздник танцев. Праздник танцев для детей был организован совместно с активистами молодой гвардии Ленинского городского округа. Мероприятие проходило в рамках проекта под названием «Танцевальный баттл», который в этом году участвует в губернаторской премии «Мы рядом». Мы прошли вот во второй тур, и сегодня у нас на мероприятии очень много детей. Параллельно ведется запись волонтеров, волонтеры Ленинского городского округа. На один вечер спортивная площадка в поселке Горки-Ленинские превратилась в настоящий танцпол, где более 50 детей и подростков сразились за звание лучшего. Под самую разную музыку ребята продемонстрировали все свои танцевальные таланты. Соревнования здесь проходят каждый год и очень популярны среди местного населения. Побольше бы таких праздников для детей, когда не на площадке проводишь, а так в общей компании. Это здорово. Особенно после трудовой недели. Вот это прям напряженная неделя. И как раз прям вот вообще прям зарядка. Еще эмоции на выходные. На самом деле как-то не хватает, потому что... Ну, нет осмысленных, наверное, каких-то праздников. Хотелось бы побольше веселья для детей. Особо выделялся среди участников 10-летний Кирилл Слепцов. Мальчик рассказал, что очень любит танцевать. И когда слышит музыку, просто не может устоять на месте. Все танцуют, маленькие, взрослые, подростки, все. То есть тут даже взрослые могут танцевать, если захотят. Очень прикольно. Кирилл признается, что танцевать его научил дедушка. Дедушке лет 66. Ага. Он танцует, как ему как будто лет 27. Да, он танцует вообще. Вот молодежь, когда вот танцует брейк-данс, вот он так же танцует. Для всех участников танцевальных соревнований были подготовлены небольшие сувениры. Ну, мне очень нравится. Мне кажется, что я пройду в третий тур, потому что я тиктокер, лайкерша и ютуберша. Я не хожу никакие кружки, я танцую дома. Я очень рада, потому что мне сделали аквагрим, у меня будет маленький подарок, и вообще мне очень нравится здесь. Как рассказал организатор мероприятия Анастасия Матвеева, такие танцевальные праздники активисты молодой гвардии планируют проводить и в других населенных пунктах округа. Я ракета, полетела в космос, Раз, стыковка, два, стыковка, а вокруг планеты Солнце и Луна. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Екатерина Довлятова, Видное ТВ.